Ребята, ну короче, вот у нас впереди подъем, но мы на спуске остановились, чтобы нам разогнаться до подъема. Сейчас постоим. Как только у нас машины заедут, мы будем стартовать. Седло подняли. Трекшн контроль ставим в режим бездорожья. И вот сейчас скоро стартанем. За нами там, конечно, пробочка немножко, но лучше подождать, чтобы в подъем нам не буксовать. Там что-то медленно они идут, аварички, стопы загораются. Снег опять повалил. На зеркале вон, видите, сколько снега. Сантиметров 5, наверное, навалило еще. Что, попробуем? Но это еще не самый страшный. Это не подъем, это так. Красава, не ожидал, что справишься. Все, конечно. Не ожидал он. Это он нам маршрут перекладывал. Фары вниз светят. Вот минус того, что, допустим, подушки задираешь. Мы просто без рации, поэтому не совсем понимаем, что там у нас впереди ждет. Но если мы вот в этом подъеме остановимся, то трогаться будет сложно. Главное не остановиться. Немножко смещаемся вправо, потому что здесь, скорее всего, наюзано. И потихоньку поднимаемся. Нагрузочку. Уже 8 вечера. С Красноярска выехали в 2 часа дня. Буксовать начинаю. Я механику включил. Не ожидал, что он переключится на вторую передачу. С третьей. Нашей на обочине? Да. Так, жопа торчит. Куда ты щемишься, блядь? Чертила, блядь. Мы сейчас остановиться за тебя должны, да? Пиздец, блядь. Заебись.
тронется, да? Тронется он, нет. Так, потихоньку, потихоньку. Главное, чтобы он не начало пробуксовывать. Если буксанет, то все, потом с этого места заебешься страгиваться. Ну куда вот, ну куда вы лезете, а? Нетерпеливые, блядь, им надо, блядь, а другим не надо. Срочно надо, а мы так вот просто стоим, от нечего делать. 80 километров 6 часов, блядь. До кафешки доехали, кстати, мы шашлычка рубанули, поужинали. Хотим сегодня дойти хотя бы за Канск. Вот эта ось опускается, он сразу нагрузка на седле падает. Ну ты-то вообще куда на автобусе, блядь? Ну пиздец. И чё? В принципе, до сюда, да, дернуть, да и все. На спуск. Одиночку когда переключаешься, педаль газа отпускаю, и потом плавно начинаю набирать. То есть вот я сейчас, допустим, до 1800, до 1900 его раскручивал, чтобы на следующую переключиться. И педаль газа отпускаю, а потом постепенно начинаю давать. То есть если ты в этом положении педаль так и оставишь, да, и просто переключишься, то он, возможно, начнет после переключения пробуксовывать. Сейчас уже я просто в механике иду, потому что тут, ну, как бы не надо, чтобы он переключился куда-нибудь. Красава, не ожидал, что справишься. Все, сейчас в автомат уже поставил.
Пробка на 51 минуту 10 километров, пишет.